14 февраля сегодня все влюбленные и любящие отмечают День Святого Валентина. Считается, что это прекрасный повод для признания и пожеланий самого светлого чувства. В Алдане прибывших в День влюбленных на перроне вокзала поздравили Купидон и его верная спутница Любовь. Поздравления принимали наши коллеги в Алдане. Дата прибытия 14 февраля значилась на билете. В этот день Нина Воронцова с мужем вернулись из Благовещенска домой в Алдан. На перроне супругов ожидал настоящий сюрприз. Их встретили Купидон и его верная соратница Любовь. Вообще очень необычно. В сегодняшний день я даже как бы и не думала, что так интересно. Но очень приятный сюрприз. Настроение поднялось, и я желаю всем жителям города Алдана, чтобы соединились влюбленные, нашли друг друга, чтобы ваши мечты все сбылись. Пассажиров поезда, прибывших 14 февраля в Алдан, Купидон и его друзья осыпали лепестками роз и дарили на память валентинки с добрыми пожеланиями. Так жителей и гостей города с Днем всех влюбленных поздравили члены общественного объединения «Дари добро». Между тем, поздравлять алданцев 14 февраля для членов общественного объединения «Дари добро» становится традицией. Мы в прошлом году уже устраивали данную акцию, да, но у нас это было в центре города мы устраивали. И нам очень понравилось то, что мы подарили людям хорошее настроение и себе также. И хочется, конечно, чтобы побольше позитива было в нашей жизни. 14 февраля – замечательный повод признаться в теплых чувствах дорогому человеку. В России День влюбленных отмечается с начала 90-х. День Святого Валентина – один из самых любимых праздников для людей всех поколений, в чем сердце живет любовь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.